с вами я и все Утюг, и мы с вами едем в Нижний Новгород. В этот раз мы едем с вами на стадион чемпионата мира, который принимал в 2018 году. Строен непосредственно к чемпионату мира. И едем мы с вами на матч Кубка России, Бет-Сити, Локомотив против Крыльев Советов. Будет крутой матч. Ну а в этом влоге я вам расскажу, сколько же стоит сходить на футбол в Нижний Новгород, сколько будет стоить дорога от Москвы до Нижнего Новгорода, сколько будет стоить гостиница. Ну а ты подписывайся на канал, ставь лайк, пишите комментарии. Выехал я из Москвы примерно в 9:30 утра. Навигатор мне показывал 5,5 часов до Нижнего Новгорода. Как я только выехал из Москвы, заправил я свой автомобиль полный бак. Мне это обошлось примерно в 2000 рублей. Но по факту в Нижнем Новгороде я оказался в 5:30, много попали в пробку. Ну что, друзья, заселились мы в отеле. Идем уже на стадион. Мы уже на стадионе, приехали за пару часов, как обычно. Сейчас посмотрим, погуляем, посмотрим на стадион. Вот он, красавчик. Кстати, иди сюда, ко мне, вставайте, пожалуйста. Пойдем возьмем автограф у Егора Титова. Ребят, все остается буквально минут 40 до матча. Я думаю, уже пойдем на сам стадион, посмотрим, что там. Покушаем, побьем и пойдем уже на сам матч. Посмотрите просто, как красиво. Стадион находится прям на берегу реки Волга. Ну что, ребята, а вот сама арена. Сектор у меня C223, верхний ярус, с краю, потому что практически билетов не осталось. Особо выбора не было, никакого центра. Но, как я считаю, вид очень красивый, все довольно-таки видно. Покупал я билет через официальный сайт kassir.ru. Мне он обошелся в 900 рублей. Заходят команды. Красиво сделали. Искусственный дым. Атмосфера просто сумасшедшая. Кинул, и Лока такое не прощает. Но вот это уже не по-футбольному, конечно. Это бутылки полетели. Все, Гили успокоил, больше не будут кидать. Все, закончился первый тайм. По эмоциям, ну, это вообще финал, он и есть финал. В начале второго тайма я перебрался на фанатскую трибуну Локомотива, на самый верхний ярус. Вид тоже очень красивый, все видно. восемьсот восемь человек присутствует. Что, матч подходит к концу, 2-1. 83-я минута. Я думаю, тут все понятно. 3-1 за 7 минут, 2 гола.
что, ребят, вот и закончился матч. Поздравляю всех болельщиков «Локомотива», они заслужили эту победу. Вот такой влог у нас получился. Мы съездили в Нижний Новгород на этот замечательный стадион мира. Мне очень понравился, он очень красивый. Мне, в общем, понравился Нижний Новгород. Очень красивый город. Вот такая сумма у нас получилась съездить в Нижний Новгород на машине. Опять же, сумма примерная. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочку я оставлю в описании. Спасибо. Пока. Ну что, ребята, идем в Adidas. Покупаем мячик для розыгрыша.